Полицейские краевой столицы ликвидировали преступную группу. Ее участники изготавливали и продавали марихуану на территории города. Полицейским удалось задержать не только сбытчиков наркотика, но и организаторов банды. Полиция, ОМОН и кинологи провели обыски сразу по нескольким адресам. Изъяли более 2 килограммов марихуаны. Растительный наркотик был расфасован по пакетам и подготовлен к продаже. Также правоохранители обнаружили специально оборудованный парник для выращивания конопли. Организатор подыскал лицо, которое бы выращивало коноплю и изготавливало из нее марихуану. Молодой человек, 25 лет, не работающий житель города Барнаула, ранее судимый, организовал у себя по месту жительства в поселке Цветы Алтая выращивание конопли. Предварительно семена он заказал и приобрел по интернету. Исследования изъятых кустов конопли показали, что в марихуане содержится высокая концентрация активного вещества. Дилеры продавали ее только проверенным клиентам. По информации полицейских, в группе состояло 5 участников. 3 из них уже имели проблемы с законом. По всем фактам возбуждено сразу несколько уголовных дел, ведется следствие. Организаторы преступной группы арестованы.